Ну и сейчас, Владислав, такая фирменная фишка нашей программы. Мы сейчас решили проверить вашу интуицию. Да, мы задали жителям если города. Если она есть. Ну, сейчас и проверим. Вопрос от программы «Вечер покажет» задали мы жителям города. Он звучал так. Что бы вы показали в Казани? Как думаете, что было самым популярным? Все-таки, наверное, Кремль. Ну, естественно, это визитная карточка, которая присутствует на всех магнитиках, на всех открыточках, везде. Ну, у нас в студии тоже есть. Тоже присутствует. Город, да. Вау. А какой самый непопулярный ответ, на ваш взгляд? Самый непопулярный? Дворец бракосочетания. Да, интересный момент. С интуицией 50 на 50, скажем вам так. Прежде чем посмотреть, для как многих правильно. Мужчин, простите, перейдем, для многих мужчин это печальное место, так что продолжим. Понятно. На самом деле результаты соцопроса «Вечер покажет». В лидеры безоговорочно действительно Казанский Кремль. 22 человека назвали этот объект как, ну, ключевой, действительно визитная карточка. Вот можно посмотреть графику. На втором месте это Кул-Шариф и башня Сюембике. Также в рейтинг попали улицы Баумана и исторический центр. Но наряду с историческими объектами казанцы начали называть, показали бы туристам, дворец земледелия и стадион Казан-Арена. Самый непопулярный ответ – ничего в Казани нет. Ничего. Согласны вообще с этим? Нет, не согласен. Ну, вот сейчас посмотрим, какие еще объекты показали бы туристам казанцы. Может быть, вы для себя откроете еще десятки мест, которые стоит и необходимо посетить. Национальную библиотеку Ушкова, университет, Кул-Шариф, башня Сюембике. Еще много у нас достопримечательностей, если так сейчас подумать-то. Кремль, Казан-Арена, новые учреждения для универсиады, наверное. В первую очередь я показал бы, конечно, наш Белый Кремль. Там есть очень много исторических памятников. Кремль, Кул-Шариф, Бауман показал бы. Наверное, Петербургскую красивую улицу. И все. В Казани у нас много достопримечательностей. Допустим, вот так же взять улицу Баумана, Кремль, мечеть наша самая прекрасная, Кул-Шариф, Национальный музей наш и улицу Кремлевская в особенности. Ну или можно взять даже набережную Петербургскую улицу. Кремль, естественно, парки различные, Эрмитаж, парк хороший и Миллениум. Конечно, в первую очередь Казанский Кремль со всеми его музеями, со всеми памятниками, Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф. И по городу на обзорной экскурсии можно увидеть все-все самое интересное, что есть у нас. Это и дом кукол, и старо-татарская слобода, и просто старинные улочки с памятниками, созданиями 19 века и с современными новыми интересными зданиями. В первую очередь все-таки нашу библиотеку Лобачевского, одну из самых интересных библиотек в Казани и не только в России, то есть отдел старинных рукописей. Ну и, наверное, все-таки башня Сюембике как символ города. Я не считаю, что у нас что-то есть такое, что можно показывать туристам. Ну вот мы посмотрели, что говорят горожане, что-то для себя открыли, куда еще хотите отправиться, что еще посмотреть в Казани за ее пределами. Наверное, театр оперы и балета и, конечно же, улица Баумана, потому что исторический центр и пешеходная улица, по которой стоит пройтись. Ну вот как раз сейчас уже началась продажа билета на Нуриевский фестиваль. И это балет как раз-таки. Как вот вам балет? В мае. Можете уже... Я футболист, как мне балет? Ну иногда вы такие папы выдаете. Да, это примерно как же самое для, скажем так, участников балета футбол. Это, ну, наверное, это... встречают все равно фанаты, я думаю. Есть, я думаю, что есть. Да. Вот так же и для нас. Я думаю, что есть фанаты, но они немногочисленные.